В селе Сайганнах Абыйского района уровень подъема воды без изменений – 83 сантиметра. В результате таяния вод затоплены 24 дворовых территории, 17 жилых домов с населением 91 человек, в том числе 20 детей. В пункте временного размещения находится 10 человек с детьми. В зоне подтопления оказались социально значимые объекты. Территория детского сада полностью затоплена, грунтовая дорога по улице Озерная и авиаплощадка села. На данный момент вероятность зоны подтопления попадают 19 приусадебных участков.